Итак, всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Глеб Киевский, да, и это вторая часть по обустройке отеля, и это видео я буду записывать опять же таки с Алексом. Всем привет. Да, сегодня мы вам реально покажем очень много крутого. То есть сейчас я вылечу, покажу вам, что мы с вами построили в предыдущей серии. В предыдущей серии мы с вами построили вот такой вот корпус нашего отеля, начальный, да. И сейчас мы с вами будем обустраивать его внутри. Но смотрите, народ, перед тем, как мы его будем обустраивать внутри, я бы хотел для начала... Друзья. Я бы хотел вначале кое-что сделать. Секундочку, внимание, друзья. В общем, дорогие друзья, что я, собственно, хотел сделать? Смотрите, я сейчас в этом видео, я вам обещал, да, ну мы, точнее, мы с Алексом обещали вам кое-что прикольненькое сделать. Мы обещали вам сделать потолки, полы и обустроить внутри. Да, но, то есть сделать номера, ресепшн, там все такое. Да. Но, как вы понимаете, что если я сейчас начну по блокам, по одному блоку, вот так вот, мы первый слой сделали, а если я по блокам вручную начну это делать, это будет очень долго. Поэтому, дорогие друзья, я буду делать это с помощью Word Edit. Думаю, ни у кого не возникнет претензий, потому что, думаю, все знают, как это делать, заполнять. Я вам покажу, куда надо будет заполнять. А вообще, я рекомендую вам вообще вот так вот делать с помощью... Глеб, теперь главный админ, а я просто админ. Да. И мы теперь, смотрите, сейчас я с помощью Word Edit сделаю крышу, да. С команды set я сделаю крышу. Значит, как я это сделаю? Глеб, ты где? Я на крышу. Вот. Значит, смотрите, как это сделать? Сейчас я вам расскажу. Значит, если с помощью этого... Вы должны будете сделать все вот так вот, только чтобы выпирало на один блок. На один блок, чтобы выпирало. А я с помощью команды set сделаю это вот так вот. Смотрите, берем любой блок. Я возьму, например, кварцевый. И смотрите, я беру этот блок, делаю вот так вот. Теперь это убираю. Да. И вот так вот делаю. Смотрите, видите? Вот так вот поставил на краях блок. Теперь выделяю первую позицию. Оп, выделил. Так, выделил. Вторую позицию, и потом команду set, и что там еще? Так, смотрите, друзья, и вот тут вот тоже. И тут я выделяю вторую позицию. И теперь я пишу такую команду. Я сделаю из кварца. Вот. Видите, теперь у нас крыша, друзья, у нас крыша, как вы видите, вот смотрите, видите, она выпирает на один блок, так как и должно быть. Вот я сейчас реально вам покажу, так, сделай день, пожалуйста, Алекс, сделай день, и чтобы мы могли реально, вот, видите, друзья, то есть, чтобы вы наглядно все увидели, я вам сейчас показываю. Вот так вот это должно выглядеть. Вот, смотрите. Видите, чтобы на один блок выпирало. Это важно. А вот тут вот, смотрите. А вот тут вот я сейчас вручную это доделаю. Смотрите. Оп. Ой, что-то у меня тут все черное. Подожди. Так, сейчас. Вот, смотрите, видите? То есть тут выпирает на один блок, а тут еще на один. Все, это, я думаю, все легко. Это, я думаю, вы запомните. Вы у нас умницы, вы красавцы, вы умеете строить. Ладно, я вам сейчас буду показывать дальше, как это все задекорировать. Итак, я предлагаю... Так, иди ко мне, Алекс. Я тут на первом этаже. Давай, иди ко мне. Спускайся. Сейчас я расскажу, что мы сейчас будем делать. Сейчас мы будем с вами делать ресепшн. Итак, я даже не знаю, что начать. Ну, давайте. Я предлагаю проложить ковер. Глеб. Мы вот тут вот около территории, около отеля будем? Это мы посмотрим по ситуации. Наша главная задача сегодня, ты понял, да, что сделать? Да. Так, смотри, я сейчас прокладываю ковры, тебе сейчас только даю, вот на, возьми ковры, ну, чтобы ты там долго не искал, я тебе вот дал. Ты тоже можешь мне помогать прокладывать ковры. Ой, сейчас.
Все, я прокладываю вот такую вот ковровую дорожку, да, и по ней мы будем идти к ресепшену. То есть, как вы поняли, у нас такой вот, как бы вам сказать, в стиле вот таком вот, да, то есть тут фиолетовое должно быть, фиолетовое, вот. Фиолетовые стеклянные панели, чтобы подходило под дизайн, и вот тут я тоже сделаю. Все, смотрите, да, то есть, видите, мы заходим и идем по ковровым дорожкам. Это не надо, это не надо. Смотрите, yes, да, дальше, друзья, мы с вами сделаем сам ресепшн. Я предлагаю его сделать вот тут. Значит, смотрите, я сделаю его из дерева, наверное, чтобы было немного необычно. Дерево, вот оно. Потом, смотрите, нам понадобится дерево, забор и калитка, где? Ты там тоже, кстати, можешь вносить свои детали, то есть мы как бы с тобой вдвоем обустраиваем. То есть ты можешь вносить свои детали. Да. Смотри, я делаю калиточку, а потом делаю вот так вот. Да, это у нас будет такой ресепшн. А, ну да, прикольно. Все, это у нас ресепшн. А теперь... может быть из, я не знаю, из чего-нибудь? Не-не-не, смотрите, дальше мы поставим что-то наподобие кассового аппарата. Ну, не кассового, но знаете, вот это вот кассовый аппарат и печатная машинка. Да-да-да. Да, вот так. Сейчас я их, короче... Я уже, мне кажется, догадался, подожди, стоп. Вот сюда мы поставим печатную машинку, дорогие друзья. А касса вот, мне кажется, вот такая штука. А касса, смотрите, сюда я поставил печатную машинку, да. В общем, дорогие друзья, мы продолжаем. Значит так, смотрите, что я подумал. Я подумал, что тут стоит кассовый аппарат, тут можно, в принципе, я не знаю, сделать какие-то вот такие вот нажимные плиты. То есть чисто для декора мы делаем вот такие вот нажимные плиты, да, да. Да. Потом я считаю, что вполне будет логичным поставить сюда какой-то сундук, типа тут находятся документики, потом поставить сюда, ну, чисто по фану. Так, отойди. Чисто по фану поставлю. А, сейчас. Чисто по фану поставлю. Хотя нет, наковальню, я думаю, не нужно. Я думаю, что... А, можно, смотрите, и проигрыватель, я думаю, можно поставить. Чтобы мы, типа, могли сюда ставить музыку. Сейчас музыку ставить не надо. А вообще, вот видите, то есть вы сюда можете просто пластинку закачать, и все, и оно будет играть. Мне кажется, не нужны вот эти нажимные плиты. Они как-то... Нет, они как раз нормальные. Вот можно только вот это убрать. Да. А касса где? Вот это вот, типа, кассовый аппарат, видишь? Все. Давай дальше. Не, это же чеки там же. Нет. Дальше, смотрите, народ, дальше мы сейчас делаем, ну, типа офиса. То есть оно будет выглядеть, как будто тут, типа, регистрация будет проходить. Регистрация тут будет проходить. Значит, мы сделаем это вот таким вот образом, друзья. Мы сначала сделаем тут вот такой, типа, обслуживание. Так, сейчас я... Вот, смотри. Надо еще где-нибудь помоечку, типа, сделать. Так, смотри, я делаю вот, короче, вот такой вот столик. Нет, да, смотрите, не смотрите, я сделаю сейчас стеклянный столик. Да я знаю, как сделать. Да, нет, так, ты не понимаешь, что я хочу, подожди. Так, смотри, дальше я сделаю двойной столик, сейчас ты поймешь все. Не торопи события. Смотрите, сюда, то есть это центр по персонал по обслуживанию. Смотрите, ну, думаю, сюда это вполне естественно поставить вот такие вот ручки. А вот сюда мы, смотрите, делаем... А, видите, я на стекло не могу поставить. Видите, дорогие друзья, на стекло нельзя поставить. Тогда давайте возьмем какие-то другие блоки. Ну, допустим... Ну, давайте возьмем, например, березовые доски. По-моему, они будут подходить под дизайн, да. Нет, второе не надо. Вот, смотри, и мы теперь делаем вот таким вот розом. Мы ставим нажимную плиту, затем мы ставим... Зачем? Давай вторую еще поставим. Вот, смотри, и у нас выходит такой вот компьютер.
А, ну да, вторую тогда не надо. Да, да. Ну вот видишь, я знаю, как делать. Все, у меня по плану все. Так я не думала, что ты там вот так. Если я это так, я знаю, что я делаю. Сюда вы можете запихнуть любой вообще блок, который вам только нравится. Да, который вам только нравится. То есть я не знаю, что сюда поставить. То есть сюда вы можете сделать вообще. Давайте картинку попробуем. О, смотрите. Нет, нет, не очень, по-моему. Сейчас, а может рамку в рамке попробовать? Нет, нет, нет. Ладно, давайте я, короче, сюда меч сделаю. Нет, я знаю, что сделать. Давайте, о, смотрите, программа у нас там показывается про статистика нашего меча. Ладно, ты там... А что это такое? Это нажимная плита. А, нет, это как ящичек выходит, не надо. Ладно, что мы с одним компьютером возимся? Я считаю, нам надо идти дальше. То есть да. Здесь... да, да, да. Вы, я считаю, сделайте, как вам понравится. Это уже ваше право выбора. Дальше я предлагаю сделать тут через один блок. Это будет типа центр обслуживания клиентов. Смотрите, тут через два блока, я сделаю вот тоже вот так вот. Вот так вот, смотрите. Оп. 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 Видите, через каждые два блока. Потом я возьму блоки березы. Березы возьму. И поставлю вот тут вот тоже наши столики. То есть, в принципе, как вам больше нравится. Так, сюда мы... Так, что ты там танцуешь? Уходи. Вот так вот. Смотри, классно, компьютеры. Не, ну да, они такие не очень новенькие. Компьютеры. Компьютеры такие мощные. Ну, на самом деле, не такие они уж мощные на данный момент, но... Че ты там угарнул с моих слов? Ладно. В общем, да, компьютеры стоят. Как у меня. Все, а тут смотрите, тут мы сейчас делаем такую типа оградку, то есть это центр обслуживания клиентов. Вот я его сейчас сделаю загородкой, чтобы никто не мешал, и тут могут подойти, зарегистрировать номерки. Я считаю, что это вполне нормально, то есть это не то, чтобы там компьютерный центр, это как бы вот такая вот штука, типа центр... Так, тебе помочь, это я что-то не вообще... Ничего не делаю. Ну давай, думай, что ты хочешь, делай. Так, вот такой, нет. Видите, то есть это реально сейчас идет как центр обслуживания клиентов. А вот тут вот, я вот тут вот, день сделай мне, пожалуйста. Хорошо, сейчас. А так. Тут... Так, сейчас. Все сделал. Все, да, видите? То есть, да, тут садится, например, вот я, ну, тут обычно устраивают на работу кого-то, ну, калитки, ну, не знаю, не, я думаю, калитки не нужны, я думаю, так сойдет, в принципе, ай, а, ну, можно так, ну, это, в принципе, не обязательно, мне кажется, что так вполне нормально, лишнего нагромождения делать не надо, вот, смотрите, мы садимся с вами, и, например, вот, да, я работник, я сажусь и его устраиваю конкретно на это вот. Дальше, смотрите, дальше я предлагаю повесить какой-то, по-любому должен быть телевизор. Как ты считаешь? Ну, да, да, да. Я считаю, что должны быть подвесные телевизоры, знаете, такие, в основном в отелях, в метро такие есть подвесные телевизоры, да? Так вот, я сейчас сделаю такие телевизоры. Давайте вот сюда мы сделаем. То есть это телевизор, экран... Смотрите, я сейчас тут сделаю вот так вот. О, смотри, как тебе телевизор вышел. А, ну да. Да. Потом... А, это типа... Типа, это да. Самолеты там всякие там... Да, есть. Для метро. Да. Смотрите, потом, думаю, где-то блока 2 отступим. И тут тоже сделаем таких 3 экрана. Это экраны регистрации. И тут высвечивается дата регистрации и так далее. То есть прям как в аэропорту. Но мне кажется, что должно быть вообще такое в отелях. А вы напишите в комментариях, какие вы вообще любите отели. Так. Ой, зачем так много-то? Ну, 3 телека, 3 регистрационных экранчика, вот. Мне кажется, вот тут вот не надо, потому что... Что-то мне не попадает. О, смотри, по-моему, супер. Не-не-не, смотри, по-моему, супер. То есть 3 таких экрана, все. В общем, смотрите, дорогие друзья, вот наш ресепшн. Дальше,
Я предлагаю нам с вами сделать теперь я предлагаю сделать какое-то освещение, ну по-любому должно быть освещение, правда? Ну да, да. Ну, естественно. Я буду вот такое освещение делать. То есть ты можешь только где-то подумать, как сделать. Что-то лагает чуть-чуть. Нет, не делай, я передумал. Подожди, я передумал. Я только сейчас вот додумался, друзья. Вот мне сейчас пришла в голову хорошая идея. А, все, ты уже там поправил. Я знаю, как это надо сделать. Нет, не делай! Не делай. Так, вот что ты делаешь? Вот, все. Смотрите, друзья, мы вот так вот сделаем. А тут я попробую еще сейчас блоки вот такие вот сделать вокруг. Вот, смотрите, как вам освещение? По-моему, нормальное. Да, по-моему, фиговое. Не-не-не-не-не, это что, нормальное? Я много таких сделаю. Смотри, такой в полу. Вообще без палки. Маячок в полу. Маячок, да. Маячок. Я считаю, что освещение должно быть беспалевное. То есть, чтобы не такое, что прям заметное, а чтобы его, чем меньше будет его видеть, тем будет красивее интерьер. То есть, а вешать всякие подвесные лампы, по-моему, это не прикольно. Смотрите, тут я предлагаю нам поставить вот такие вот штуки. А тут еще вот так вот сделать. А тут через shift мы ставим листву. Хотя нет. По-моему, нам надо на один блок это все дело сдвинуть. Смотрите, видите, на один блок сдвигаем все. А тут ставим рамки. Еще я предлагаю, смотрите, через shift поставить лестницу, чтоб, знаете, я делаю это по типу цветочного горшка, да, то есть это типа такой большой цветочный горшок стоит. О, смотрите, как придумал, отлично, красава, хорошая идея. Я предлагаю еще сделать вот тут вот, это такой, знаешь, уголок отдыха. Классно, да? Да, я предлагаю еще внизу вот тут вот тоже так сделать. Это все должно на чем-то держаться, по-любому. То есть, да, логично, что типа такой вот уголок. Да. Нет, не убирай! Так. Вот сюда, сюда. Смотрите, народ, по-моему, круто. По-моему, вообще супер. Вот давай, присядь. Подожди. Да. О, я придумал, что мы еще сюда... У меня стрела в попе. Угу, очень умно. Давай, вылезай. Вылезай! Все, мне надо кое-что еще декор маленький сделать. Декор. Декор. Вот такой вот будет. Смотри. О, да. Все, смотрите, тут где-то, я не знаю, может водичку залить. Ну, я не знаю, в принципе, думаю, не надо. То есть, да, такой декор. Значит, смотрите, я делаю вот такой вот, в таком вот экземпляре, да? А вы потом можете повторить. То есть, да, мы показали в одном экземпляре. Вы можете как-то по-другому сделать. То есть. Да, а тут я просто вот так вот лавочки поставлю. Через два блока пропущенные. И столики. И тут тоже. Ой, смотрите. Блин, лагает чуть-чуть. Так. Мне кажется, что так много не надо. Зачем? Нет, это типа, ну, зал ожидания тут в этом роде. Мне кажется, ну тогда я тебе. Смотри, вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Все. Не. А тут, я думаю, какие-то типа столики могут сделать. Не, зачем? А, ну да. Хотя. Хотя, ну не знаю. Смотрите, народ. Не. Я, кажется, придумал, чтобы как это все пустое место заполнить, выкрутиться. Как мы с тобой выкрутимся? Ну.
знаешь, такой, выкрутились. Все. А вы, друзья, тут можете придумать свой декор, если захотите. То есть, видите, мы делаем простейший вариант декора. А вы уже можете думать, как вы будете это все делать. Вот. По-моему, смотрите, нормально, да, ресепшн? Тут я не знаю, что еще тут можно поставить. Но думаю, хватит. Думаю, вполне хватит. Как ты считаешь? Нормально. Блин, что-то у нас все фиолетовое. Ну да, это нормально. Все, давай переходим к следующему декору. Подожди. Давай я помогу тебе. Смотри, я пошел, короче, делать дальше. Что? Я пошел второй этап делать. Тут мы пока что, к сожалению, не придумали лучшего варианта. Мы сделали лесенку, а если у вас есть идеи получше. Значит, смотри, мы сейчас делаем, ты пока делай перемычки. Мы сделаем длинный коридор, а вдоль него сделаем двери, и будет у нас, короче, номера, и длинный коридор. Значит, с чего я начну? Я сделаю потолок. Я сделаю потолок с помощью вот эдита. С помощью сета. С помощью сета. С помощью команды сет. Сет 155. Ой, я нечаянно застрял, все нормально. Да, тут, а тут, смотрите, друзья, тут не надо. Вот так вот перемычки или как? А, я предлагаю нам с тобой тут тоже какое-то освещение по-любому должно быть. Я предлагаю освещение сделать. А нельзя поставить лестницу. Смотрите, я пока ставлю чисто вот такой декор, а потом мы подумаем, как сделать. То есть я, в принципе, все углы сейчас освещу, а потом мы с вами подумаем, как это дальше сделать. Я пока себе чисто поставлю. Сделай, кстати, день. Хорошо, сейчас. Все, я пока дальше пошел потолки делать, а ты тут доделай. Так, сейчас. Смотрите, народ, значит, выделяем от... Так. Отсюда давайте до сюда. Все, тут мы только потолок сделали. Глеб. Да. Что? Да, что такое? А вот как бы. Сейчас, стой, подожди, сейчас я еще один потолок хотя бы сделаю. Да, что такое? Сейчас я приду. Что там за вопросы? Так. Да, что? Все, теперь ничего. Все, я буду делать вот так вот. Все, мне уже не нужны команды. Всё, мы сейчас делаем, короче, друзья, с вами. Давай, помогай, давай. Раз. Давай я сейчас посчитаю для зрителей блоки. Да? 8 блоков. Сколько? 8, по-моему. 8, да? Ну, посчитай сам. Раз, два, да, 8, 4, 5. 8 блоков. Длину, вот в эту. В какую? А, вот в эту. Да, вот в эту 8. 2, 3, 4, а 5, считать отсюда 7. В ширину? 8, да, 8. Подожди, ты сначала сделай, подожди. Подожди, а зачем ты делаешь вот эти вот, в один блок? А? Где что? Зачем ты в один блок делаешь вот эти вот расстояния? А? Скажи. Ну вот, в один блок что это такое, вот это вот. Так а как тогда? А что, зачем? Ну, я не знаю, а как тогда? Они что ли вместе скреплены? Ну да, что тут такого, стенки? Ну, не знаю, мне как-то не очень.
По-моему, нормально. По-моему, нормально. А мы сейчас сделаем дверки в наши номерки. А тут, кстати, народ, смотрите, тут у нас 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? Нет, стоп, 10. А я сейчас тут, короче, ее немного раскрою, наверное. Да, я, смотрите, я сейчас вот реально немного раскрою. Я это убрал, я возьму и сделаю вот так вот. А что сделать? Тут можно просто вот так вот застроить. Все, уходи, я убираю это все. Или тут диванчик, типа, может быть, там. Нет, я передумал. Все, поздно. Не, давай диванчик. Не надо. Смотри, тут мы, короче, еще вот тут вот можем сделать такую вот штуку. И напротив. Напротив, друзья, я думаю, все поняли, как это делается. Все. И напоследок, мы обустраиваем номерок и на этом заканчиваем. Остальные этажи вы сделаете по образцу. Все, смотри, в общем, я тогда прокладываю ковер. Ой. Где дверь-то? Дверь сейчас поставим. Дверь сейчас тоже сделаем. Все будет окей. Ой, что-то мы тут неправильно. Да все правильно, все правильно. Так, отойди, ты мне мешаешь немного. Вот, все. В общем, дорогие друзья, все, мы обустраиваем номер, ставим тут сетварк, мы, может быть, все это закончим, а вы можете сюда прийти, посмотреть, посчитать блоки, да, дверь будет открыта, то есть, слышите, дорогие друзья, двери будут открыты, вы сможете зайти и посмотреть и посчитать блоки, но регион мы пока открывать не будем, хотя, можно попробовать, если на этом видео мы наберем много лайков. Тогда я открою этот регион для всех. А если нет, значит, все не будет. Так, я уже тут тогда обустраиваю все остальное. То есть, знаешь, это будет такое для стартового выживания, да? Смотри, я обустраиваю только один номер. Двери ставлю везде. Все. Что ты делаешь? Перестань. А, все. Все, в общем, тогда, друзья, мы дверки ставим. И давай, скажи, какой ты хочешь. Давай этот номер делаем. Все, заходи в этот номер. Сейчас, подожди, доделаем. А, давай, там прокладывай. Все. Или вот тут тоже сделаем. А ты тоже сделаешь? Не, все. А теперь, друзья, мы сейчас сделаем еще дверной звонок. Смотрите, дверной звоночек сделаем. Почему бы и нет? Я считаю, в каждом номере должен быть дверной звоночек. Справа. Я думаю, справа, потому что мне захотелось справа. Вы можете сделать так, как вам нравится. Дверной звонок сюда, 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 теперь сюда и вот так вот. Сюда, все. Ой, нечаянно не туда поставил. Видите, надо вот так вот ставить. Все. Это тогда вы даже сможете нахать на него. Видите, все. Теперь обустраиваем номер. Обустраиваем вот этот, понятно? Я решил вот этот обустраивать. Значит, смотрите, заходим. Первым делом я предлагаю возле окна поставить кровать, а возле нее поставить две, ну, типа прикроватных тумбочки. Дальше, смотрите. Дальше мы куда-то вот сюда в угол поставим мультипроигрыватель, мультиплеер. Потом предлагаю куда-нибудь, не знаю, давайте кухню сделаем, что ли. Да, кухню, что ли, сделаем. Кухня? Ты что, издеваешься? В общем, дорогие друзья, продолжаем. Значит, тут мы предлагаю поставить, ну, типа верстак, потом поставим
печку, типа плиту. Потом поставим... Я предлагаю сделать вытяжку. Вытяжку мы сделаем. И холодильник. Это все холодильник. Оп, холодильник готов. Как тебе? По-моему, кухня получилась на ура. Я предлагаю тут еще сделать какой-то кухонный шкафчик, типа. Так, зачем ты убрал дверь? Да подожди. Нет, нет, она, я считаю, так нормально. Потом, смотрите, а тут мы сейчас сделаем такие вот кухонные шкафчики. Тут я делаю кухонные шкафчики. Нет, тут я сделал типа такие работающие поверхности, а тут, друзья, я делаю кухонные шкафчики. Смотрите, как делаем. Берем рамку и берем еще. Так, нам тут надо еще верстак поставить. Не-не-не-не-не. Вот смотри, как я делаю. Я делаю шкафчики. Смотри, видишь? И тут снег ставим. И получается, как будто у нас типа ручки. А нам надо еще наковальню. Нет, нет, холодильник, белая дверь. Все, холодильник, белая дверь будет. Так а как мы ее откроем? А не надо ее открывать, зачем нам открывать? Мы можем кнопку или рычаг поставить, если тебе надо открывать. Хотя я считаю, что это чисто декор. И я предлагаю, что еще можно сделать. По-любому, по углам какое-то освещение. И, конечно же... По углам освещение... делаем. А, и еще, дорогие друзья, смотрите. И еще я тут подумал, надо сделать... Ну, если у нас есть кухня, значит, подумай логически, что мы должны делать. Мы же должны как-то и кушать, правильно? Поэтому я сейчас предлагаю нам сделать сидушки. Потом таблички нам нужны. И показываю, как это делается. Значит, тут мы ставим, типа, обеденный стол, потом тут мы делаем вот такие вот сидушки. Хотя нет, я предлагаю на один блок сдвинуть это все. Вот такой, знаете, возле стеночки будет. И сюда поставить вот такие вот еще ручки. Ну как тебе? По-моему, прикольно. Не, лучше стеклянные блоки. Да, это блоки, но зато он стеклянный столик, это модерн стиль. И финал, чем мы реально закончим, я предлагаю, реально можно посадить какой-то куст розы, чисто по фану. Сделать такой, знаете, цветочный горшок и в него посадить куст розы. О, да, наковальня сюда очень идет. Круто, круто, молодец, да, наковальня сюда пойдет. Сюда, смотри, я поставил такой цветочный горшок. Офигенно. Да, офигенно. Просто офигенно. Очень круто, друзья. Очень. Нет. Вот так вот он закрытый. А, и теперь, да, финал нашего шоу. Это картинки. Да, картинки. Это вообще рулят просто. Смотри, как подходит картина. Как раз под стиль, правда? Так. Сюда поставим. Ну, и еще можно сюда какую-то маленькую поставить. Ну, такую не хочу. Ну, допустим, такую. Ну, а, и еще можно сейчас тут, смотрите, я сейчас финал, чем я закончу. Я сейчас закончу очень хорошей деталью, на очень хорошей ноте. Я сейчас сделаю одну прикольную вещь. Подождите, друзья. Смотрите, что я сейчас сделаю. Стой, не, цвета не должны повторяться. Стой, выкинь мне цвета, и все, и ничего не делай. Смотри, вот так вот сделаем, и какой тут еще, какого тут цвета не хватает, народ? Сейчас поищу. Ну, давай, допустим, сюда положим, не знаю какой. Давай розовый положим. О, смотри, какой коврик получился. Прикольный?
просто надо было сдвинуть вот чуть-чуть вот сюда. А, не-не-не, а сюда мы можем еще сделать. А сюда мы можем сделать еще белый у нас есть. Светло-серый у нас есть. У нас белый уже есть. А, да, ну тогда светло-серый. Голубой, голубого не было. Синий и темно-зеленый, давай. Ну как тебе? Классно. Классно. Вы знаете, друзья, я сейчас реально, как бы это ни звучало, но я просто обалдею. Настолько красиво, что я просто вообще в шоке, насколько круто получилось. Сейчас я перезайду чуть-чуть быстренько. Да. А то у меня чуть-чуть... Смотрите, а, я тут сейчас еще поставлю такой, и не знаю, вписывается ли это в тему, я поставлю такой маленький что-то в виде кресла. Ну, и в принципе, да-да-да, в принципе... Думаю, это все, дорогие друзья. То есть, да, мы с вами... Смотрите, я могу еще тут вот... Хотя нет, тут не надо, я думаю. А, тут я могу еще вот эти вот светильники накрыть снегом, что ли. Нет, снегом будет не очень прикольно. Давайте ковром накроем. Светильники. Все. В общем, дорогие друзья, вот что у нас получилось. Посмотрите, насколько это реально эпично. Просто эпик. Посмотри, тебе... Ты бы хотел реально в таком жить? Ну да. Знаете, мне очень нравится. То есть это такая... Еще тут сюда куда-нибудь компьютер, тогда был бы... Компухтер, да, чтобы видосы монтировать. Кстати, дорогие друзья, вообще, смотрите, то есть реально, это... То есть почему, вы спросите, почему маленький, там не все, нету духа? А потому что это отель, это не то, что ваша собственная квартира, это отель. А в отелях, как вы знаете, номера маленькие, но очень комфортабельные и как раз очень дорогие. Тут есть сундучки, ну, мы будем называть это, типа, знаете, прикроватные тумбочки, да. Ну чё, всё, давай, я вылечу сейчас, покажу подписчикам, зрителям, как это все вообще выглядит. То есть, смотрите, друзья, вот тут вот это вот так вот наш номерок, потом тут коридор. Я говорю, остальные вы можете хотя бы устроить так, как вам хочется, так, как вам хочется. Спускаюсь вниз, тут у нас, видите... Телевизоры, всякие стенды, компьютеры, вот такая вот зал, тронный зал, дорожка ковровая, потом зал ожидания, минутка такого кайфа, отдыха, релакса. А когда мы выходим снаружи, вот так вот, видите? Видите? То есть это все вот так вот выглядит. Тут номерки пока пустые, а вообще вот тут вот сейчас я подлечу к номерку, который мы с вами сделали. Это у нас... Вот, видите? Вот он, этот номерок. Видите, как он выглядит? Прикольно. Вот, видишь, как из окна можно стоять таким и наблюдать, что там происходит у тех пацанов. Или не пацанов. Ладно, в общем, дорогие друзья, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Мы очень для вас старались. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, какие вы хотите видеть еще постройки. Алекс, давай ко мне. Сейчас я тут кое-что сделаю. В общем, дорогие друзья, пока Алекс ко мне придет, я говорю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, потому что реально лайки очень мотивируют на создание новых шедевров, новых видео. Я прям, как только вижу ваши лайки и положительные комментарии, мне прям хочется создавать новые шедевры и постройки, поэтому давайте ставьте побольше лайков. И все будет у вас окей. А также пишите в комментариях, какие вы хотите еще постройки. Хотите ли вы, чтобы мы дальше обустраивали этот отель, может быть, снаружи его обустроили, типа, территорию и все такое. Поэтому давайте, ставьте лайки, все. Давай, подходи ко мне, Алекс. Ты где? Сейчас, ты. Пожалуйста, подходи ко мне, я тебя очень жду. Че ты, диван? Да. А, ну ладно, пусть будет диван. Давай, иди за мной теперь, давай, иди за мной. Нам надо попрощаться с ребятами. Да. Это самое... Как? Давай. В общем, дорогие друзья, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Мы старались для вас, чтобы это видео принесло вам как можно больше позитива, хорошего настроения. И если реально вам эта постройка как-то помогла, то есть вы реально повторили ее на картах своих, на серверах, ставьте лайк, реально с креативкой это все очень легко делается. Ha 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 ha
комментарии, потому что я читаю все ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, и хорошего пока. Настроения на весь день, прям позитива вам. И все, всем пока, дорогие друзья, до новых встреч. Все, всем пока. Пока.